Если сейчас меняется редкость, то у меня в этом году будет Шрекич с 18-летней подписчицей. 17-летней. 15-летней. 13-летней. Если сейчас изменится редкость, то она от меня забеременеет. Я сяду за это, если поменяется редкость. Фу, блядь. Просто условка. Мне все сойдет с рук. Ну, ладно, давайте вернемся просто к вопросу, да, той подписчицы. Ее мама будет на это на все смотреть, если редкость поменяется. Папа. Если поменяется редкость, он будет, ну, в принципе, не против.